каждым днем все больше и больше растений в моем саду раскрывают свою красоту. Предстоящий сезон будет наполнен множеством работ по оформлению сада. В своих садовых заметках я нарисовала примерный план сада и огорода. Более четко проявились дорожки, зона клумб, живая изгородь. Появилась структура и четкое разграничение пространства благодаря аркам для роз. Мой сад появился на бумаге. В этом году в углу забора, где растет голубая ель, я организовала горшечный садик с небольшими горизонтальными можжевельниками. В композицию включила и травянистые многолетники, камнеломку, живучку, абриетту, чистец шерстистый, колокольчики и медуницу. В саду проводятся земляные работы по разбивке основных клумб. Мне хочется запечатлеть этот сад таким, а спустя время посмотреть на то, что получится. Но даже когда сад еще только зарождается, можно найти чем полюбоваться и рассмотреть первые весенние цветы. Thank you.
а после приятных моментов приступить к нелегкой работе. С наступлением тепла и заботой о саде мое рукоделие немного замедлилось, но я все равно вышиваю и шью сумочки. На этот раз тружусь над сумочкой чудесного брусничного цвета с серым волком. Мне кажется, это необычное и интересное сочетание. Thank you.
Получилось очень мило, и сумочка отлично сочетается с цветочным рисунком платья. Я благодарю вас за просмотр. До скорых встреч. С вами была Алетта.